проводите свои рождественские праздники и, конечно же, новогоднюю ночь в уютном и модном костюме от бренда Полесье. Костюм «Зимний сон». Это стильный образ, в котором вы будете выглядеть модно в любой обстановке, а непревзойденное качество бренда подарит необыкновенный комфорт. Раскрасьте эту зиму своим ярким образом. Ну и, конечно же, наш звездный стилист Микола Комендров расскажет нам, как комфортная одежда стала модным трендом и необходимой базой уже, Микол, да, для создания модного образа. А самое главное, она создаст образ именно для вас и для вашего кавалера, ведь костюм сегодня будет объединять ваши уютные семьи. Мягкое и уютное полотно, состоящее сразу из двух изделий, которые можно носить как вместе, так и по отдельности. Красивые скандинавские косы в виде ранов обеспечивают у нас с вами символ богатства и смиренности. При этом цветовую гамму, которую выбирает для вас институт Pantone, особое создаст вдохновение. А вот 100% пан докажет, что данное изделие может обойтись без пилинга, что мы сегодня с вами обсудим. Белый оттенок вы видели сейчас на Нике, он называется Айвери. У меня в руках спокойствие, это серый цвет, я выбираю его для себя. Брюки и на мне свитер. Угу. Голубой оттенок, главный цвет будущего года, называется арктическая льдинка, либо ясное небо. Это или мой цвет выбор. Перванша. Угу. Молочный цвет мы с вами успели уже рассмотреть. Посмотрите, какой пудровый оттенок у нас также представлен в костюме. Есть еще вариант бордового цвета. Я бы сказала, что это сложный ягодный. Да. Темно-синий классический цвет, который считается королевским. Да? И вот тот серый, который для себя выбирает наш любимый Микола Комендров. Костюм «Зимний сон» – это бестселлер телеканала «Шоп-н-шоу». В прошлом году за 3 зимних месяца более 20 тысяч костюмов было заказано у нас. Успейте заказать сегодня в новых расцветках, неповторимых расцветках. Потому что действительно, когда наша коллега Катя пришла сегодня в костюме прошлого года, она сказала, что такое, я хочу новые цвета. Успейте выбрать их для себя, пока все еще есть в наличии. Ну и, конечно же, Микола поможет нам выбрать размер. От 48 до 64 мы забираем с вами смело размер в размер. За счет свободного кроя он будет идеально сидеть. И даже если вы поправитесь или будете находиться в положении, он все равно вас примет именно в этом силуэте. Если вы выбираете его для себя и для него, тогда для него автоматически берите на размер плюс. Хотя могу сказать, у меня плечи 52, при этом по талии и бедрам я где-то 44. Я ношу либо 52, либо беру чуть оверсайз 54. Сегодня на мне на 2 размера больше, чем мое плечо. Оно смотрится свободнее, поэтому при желании можно и делать именно так. И для себя, и для него. То есть для него на размер больше, для себя размер в размер. Хотите эффект оверсайз, берите на размер на 2 больше. На мне сейчас 56 размер свитера. Да, но и цена только сегодня 2999 рублей с выгодой 37%. Но и это еще не все. При заказе на сумму от 5000 рублей у вас дополнительная скидка срабатывает в 5%. При заказе от 7000 рублей скидка уже составляет 10%. А от 10000 суммы заказа это 15% скидки. А значит, вы экономите уже 1500 рублей. То есть, как минимум, верх от костюма или низ от костюма вы получаете в подарок. Вот, Микол, прошлый Новый год мы с друзьями отмечали на даче. Все праздники, прямо новогоднюю ночь и Рождество. И вот в таком костюме я и на лыжах каталась, и до баньки бегала. И, конечно, вечером, когда мы играли в монополию и в другие различные игры, я с костюмом не расставалась. А зачем, да, когда так удобно и красиво? Да, при этом он свободный, уютный, мягкий, вы его практически не чувствуете на теле, а самое главное, вам тепло и согревающе. Поэтому давайте посмотрим с вами на мировые подиумы, которые предлагают свои вариации именно мягких, уютных костюмов. Но сколько они стоят? Это уже совершенно другой вопрос, мы даже не будем с вами озвучивать цены. Но в любом случае данные предложения всегда актуальны, как в люксе, так и в сегменте масс-маркета или, например, бридж-стиля. Ну и, конечно же, вариативность. Вы можете носить джемпер с юбкой, носить костюм вместе с любимой дубленкой или шубкой. Только брюки, например, соединить с водолазкой Вирджинии, накинуть меховой жилет поверх, либо соединить это с джинсами, как делает это сегодня наша руководитель Екатерина, которая в прошлом году приобрела действительно
дополнительный комплект в оттенке имбирного пряника. В этом году уже посеглась на голубой цвет, который выбирает для себя Наталья. Кстати, я ей порекомендовал, что она будет их миксовать между собой. О, да, действительно, успейте заказать, пока все расцветки есть в наличии, потому что многие уже вырываются вперед, потому что это не только красиво, это не только ярко, это еще и мягко и комфортно. Вот когда я сейчас выбираю для себя вязаные вещи, я заметила, что у меня начинается на некоторых из них раздражение на коже, прямо аллергия, и знаешь, прям вот хочется вот так вот почесаться немножко. А здесь такая мягкость, мы с тобой после первого эфира даже не снимаем костюм. Да, я его не буду сегодня снимать, это действительно очень уютно, это мягко, комфортно, ведь акриловое полотно неприятное, шуршит, после стирки тянется, пеленгуется, шерсть в этом плане еще вреднее, а что касается пана, это хорошая золотая середина. Мы с вами видим сейчас брюки, и основная часть свитера вывязана именно в такой категории вязки, то есть кулирной вязки, классической, ровной. Что с лицевой, что с изнаночной стороны, все очень идеально, как пушинка. Мягкий, фактурный, шовчики правильно обработаны, кстати, не ниточным оверлоком, а той же пряжей, что создает эффект такого, знаете, нераздражающего элемента. Поэтому в данном случае в этом костюме будет вам комфортно. Екатеринин костюм сегодня, в котором она пришла, лишний раз доказал. Он смотрится как новый. То есть человек носит его в течение года, ни одного ворсинки на свитере еще не появилось. А это ведь год. Это 366 дней. Ни одного катышка, ни электростатического вот этого элемента, да, как от синтетики, у нас здесь не происходит. Вот они, наши новые расцветки. Расцветки 2022 года. Вы, кстати, костюм успеваете получить с заказом сегодня до Нового года. Молочный цвет, роскошный, пудровый, нежнейший, женственный оттенок. Есть у нас бордовый цвет и темно-синий. Вот темно-синий, мне кажется, и бордовый – это самые глубокие оттенки. И сегодня можно заказать, например, один темный цвет, один светлый цвет. Тем более, что при заказе от 5, 7 и 10 тысяч рублей у вас действует скидка 5, 7 и 10% соответственно. Ох уж этот ловелас, он уже с третьей девушкой гуляет. Но самое главное, на этом ловеласе водолазка Вирджиния представлена. Вот. И если в тот раз вы мне писали и говорили, ну вы худенький, Микола, а мой муж более крупный, эта водолазка может не сесть. Вы видели кости на мышце? На нем Вирджиния сидит идеально. Ну, идеальное предложение сегодня – это наш костюм «Зимний сон». 2999 рублей. Только сегодня.